Это подушечка из силиконизированного волокна. Она идет как очищающая, энергетику улучшает. Боли в шее, плохое настроение по утрам. Думаете, это бессонница? А может быть, просто неудобная подушка? В магазинах Красноярска видов этого, пожалуй, главного атрибута сна огромное количество. Помимо уже привычных нам подружек из пера и пуха, появились и с различными наполнителями. Первая подушечка идет бамбук. Бамбуковое волокно состоит внутри. Чехольчик идет бязь, она гипоаллергенная. Бамбуковое волокно препятствует накоплению пыли и образованию запаха. Подушки из этого материала зимой согревают теплом, а летом дарят прохладу. Вот эта подушечка идет у нас. Так, чехол жаккарда, ткань. То есть ее можно что с наволочкой, что без наволочки, кто-то, может, не любит. Внутри идет силиконизированное волокно. По периметру, по чехлу идет прошивочка из волокна эвкалипта. Она тоже очень вот такая пугая, поддерживает шею. Эвкалипт укрепляет иммунную систему и является природным антисептиком. После стирки подушка своих лечебных свойств не потеряет. Этот рогалик с полимерными шариками внутри будет хорошим спутником любому путешественнику. С собой ее возить можно рядом вот так на сумочку прикреплять. Подушка снимает напряжение с мышц шеи, улучшает кровообращение, обладает массажным эффектом. Гипоаллергенная, теплообмен, то есть вы не потеете на ней, все спокойно, вентиляция, все идет, и не заводятся клещи. В аптеках нашего города появились ортопедические подушки с эффектом памяти из полиуретана. Они запоминают позу, в которой вы спите, и подстраиваются под удобное для вас положение. Такие подушки подойдут тем, кто страдает остеохондрозом. Это изделие пронизано очень-очень мелкими порами, которые при машинной стирке могут просто разорваться. Речь идет о латексе. Он обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. Этот материал применяют в основном при изготовлении ортопедических подушек. Есть с массажным эффектом, как у вас, видите? Здесь у нас идет пассивный массаж лица, шеи, то есть мне очень нравится такая подушка, она у меня есть. И вот такие вот подушки, это уже подушки, предназначенные для людей, у которых есть какие-то проблемы. Вот именно эта подушка, которая у меня сейчас в руках, видите, что здесь она простая, здесь небольшой валик, предназначена для тех людей, кто храпит. То есть, женщины, берите на заметку, если у вас неспокойный муж, и вы не можете уснуть, эта подушка вам подойдет. Латексная подушка поддерживает шейный отдел позвоночника во время сна и способствует полноценному отдыху. Такие подушки стираются вручную при температуре 30 градусов. Погружаете вот эту подушку в воду, нажимаете несколько раз, она впитала сколько нужно и выпустила ненужную грязь. И подушку просто не выжимая, просто аккуратно продавливаете, кладете на сушилку, и она воздушным путем высыхает. Подушки из латекса универсальны, их можно брать с собой в путешествие. Вы можете аккуратно взять вакуумный пакет, выкачать необходимое количество воздуха и утром бывать изделие, которое вы хотите. На это уходит несколько секунд. При этом подушка не деформируется. Достаточно открыть упаковку, и ваша спутница вновь примет первоначальный вид. Крепкий и здоровый сон – залог успеха. Если у вас имеются хронические заболевания, при выборе подушки стоит проконсультироваться со специалистом.